День второй. Мы продолжаем серию репортажей о попытке конюха Федорова пересечь Гималаи под землей на куницах. Перед нами кротовый лаз, в который через 10 минут упряжка из 37 куниц унесет нашего отважного соотечественника. А вот он, обернутый в фольгу и обмазанный машинным маслом для лучшего прохождения узких участков. Скажите, конюх, а чем вы будете там дышать? О, ты спросил, корреспондент! Ртом я буду дышать! Ну, может, еще и носом. И потом, я ж могу и не дышать. А что мне сделается? Вот куницы, они другое дело. Правда, я здесь в каждую закачаю кислород с помощью ручного насоса. Потому что ножным нельзя, может повзрываться. Им достаточно, вот. А как не будет хватать кислорода, они и так понесут к выходу, что только держись, да. А потом они же от закачанного кислорода легче становятся. И опять же, эйфория. Вы чувствуете себя полностью готовым к экспедиции? Да, чувствую. Тут же главное мазь подобрать правильно. Вот, чтобы лазы проходить без потерь времени и человеческого материала. Принцип, вазелина. А какие опасности подстерегают вашу экспедицию в пути? Честно, опасаюсь кротов. Они нападают всегда из-под тишка и очень зверствуют, понимаешь? Одному руку отгрызли от туловища, соответственно. Нафиг, ага, пытали. Все хотели узнать, куда это вверх. Вот. У них же вестибулярный аппарат атрофированный, потому и живут под землей. Не знают, куда вверх. А что с собой возьмете? Флаг России, да, фонарик и книги обожаемого моего автора Толстого. 30 томов. Алексея или Льва? Чего? Алексея или Льва? Да, мне все равно. Со всей России вам пишут, желают удачи. А вот подарок с Урала. 5-литровая бутылка водки «Конюх Федоров» кедровая. Видите, написано, настояно на шишках, набитых конюхом Федоровым, пока он продирался сквозь кедровую рощу. Да, откладывается экспедиция, так сказать, по техническим причинам. Куниц поддуть, ролики смазать, письмо жене написать. Я ее уже 27 лет не видел, ага, беременная тогда была. Надо же узнать, кто там родился. А как ее зовут, кстати, а, не помнишь?